Ну, друзья мои, очередная трехэтажная экскурсия, да? Операторы все дружно в ряд, да? Что-то закрывали, батареи на черпаках, Федора, ну и кабеля операторов связи. И кабеля операторов связи. Давайте даже посмотрим, друзья мои, что это. Вау! Оптический телевизионный приемник с оптикой. Ну, телевидение кто-то раздает. Интересно, СДОшка, что ли? Ну, ладно. Че у нас тут дальше? Дальше операторы. О, о, о. Даже ближе подойду, а то не верю. Телефония, что ли? Охренеть. Не встать. С ума сойти. Точно телефония. Я так поражен, но, возможно, кто-то даже до сих пор и пользуется. Так. Операторы связи, да? О, открытый кто-то. А не будем ничего разбирать, но больше всего на Ростелеком похоже. Их манера работать, их манера. А еще немножко общих помещений. Все захвачено операторами связи. А и достаточно.